Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин «5 капель». Все для самогона, варенья, виноделия и дистилляции. В этом выпуске мы хотим продолжить рассказывать о процессе облагораживания и создания домашних алкогольных настоек, а именно о славянских вкусоароматических добавках. Ароматические добавки в самогон, вкусовые концентраты – это пищевая эссенция, предназначенная для применения в алкогольной промышленности с целью придания алкогольным напиткам, домашнему самогону, магазинной водке либо спирту необходимого вкуса, цвета и аромата. Если вы занимаетесь самогоноварением в домашних условиях, то рано или поздно начинаете интересоваться ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые помогают превратить ваш напиток что-то более вкусное и изысканное. Наша компания предлагает вашему вниманию вкусовые добавки торговой марки «Этл Словения». Это бесспорный лидер по производству ароматизаторов и вкусовых добавок во всем мире. Вкусароматические добавки в спиртные напитки были разработаны ведущими вкусовыми технологами компании «Этл Словения». Наш магазин представляет 4 линейки этих ароматизаторов. Ароматизаторы все водки мира, все коньяки мира, все ликеры мира и все напитки мира. Вкусы очень разные и интересные. Рекомендую перед применением ароматизатора напиток дополнительно очистить, иначе сивушный самогонный привкус убьет половину эффекта. Напитки, которые известны во всем мире, имеют специфические привкусы и ароматы, например, абсент, манификатор, виски, джин, портвейн, ром или текила. Для удобства применения все основные разновидности практически элитного спиртного объединены в наборе, и можно попробовать каждый и выбрать понравившийся, или каждое мероприятие удивлять гостей оригинальным алкоголем. Коньяк. Настоящий коньяк, выдержанный, может быть приготовлен с применением различных натуральных ингредиентов, выдерживается в дубовых бочках не один год, что в результате дает неповторимое послевкусие напитка. Такие требования выполняют только те производители, для которых важно четкое соблюдение технологий, и такое превосходное качество, выдержка, отражается на стоимости. Кроме этого, многие производители активно используют концентраты для коньяка, идентичные тем, которые можно приобрести самостоятельно, и дорогостоящий напиток сделать своими руками и не переплачивать лишнего. Существуют ароматизаторы многих марок коньяка, в том числе легко найти классический вариант или попробовать напиток на вишне, черносливе, ореха, рябины, миндаля или кофе. Эти ароматы также можно приобрести по отдельности или сразу целым набором. Ликер. Любители ликеров также могут себя порадовать необычным алкоголем, приготовленным только из самогона и используя ароматические добавки. Концентраты выпускаются также в разнообразии, что позволяет приготовить в домашних условиях известные марки ликеров, например, Бейлис, Амаретто, апельсиновый, битер или на травах, лимончелло, а также со вкусом вишни, кофе и аниса. Есть возможность придумать рецепт своего ликера или купить основные вкусы в наборе и выбрать наиболее подходящий вариант. Водка. Ценители крепкого алкогольного спиртного знают, что водка тоже может иметь свои вкусовые оттенки. Для классической пшеничной водки также есть свои ароматизаторы, но можно испробовать и более оригинальные напитки с привкусом аниса, ванили, клюквы, черной смородины и также полыни. Это не единственные ароматы, так как производители постоянно обновляют перечень добавок. Разнообразие концентратов для улучшения вкуса самогона множество, и выбрать наиболее подходящий вариант достаточно легко. Ароматические добавки выпускаются для различных объемов. Один флакон можно расходовать на 10 литров. Вместе с изменением вкуса меняется и цвет напитка, что позволяет создавать алкоголь не только идентичный по аромату, но и в соответствии с окраской. В качественных добавках
применяются пищевые красители и в ограниченных количествах, что в принципе учитывается в концентратах. Они безвредны для организма. Способ применения концентрата очень прост. Приготовленный самогон, спирт, разбавленный водой до необходимой крепости, вливают в вкусовой концентрат соотношение. Один бутылек – это 10 грамм на 10 литров готового продукта. Эффективно действующий и качественно меняющий вкус, цвет и аромат конечного напитка. Также можно оставить напиток на сутки, чтобы он настоялся. Спасибо за просмотр этого видео. Надеемся, он был полезен для вас. Задавайте свои вопросы в комментариях. Мы всегда рады на них ответить. А также подписывайтесь на наш канал, где мы регулярно будем выкладывать новые обзоры.